Не, нормально, кстати, он убегает, смотри. Мать моя женщина. Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди, и я просто не знаю. Мы сегодня поиграем с тобой еще раз в Roblox. Я, короче, увидел, что многие люди в комментах мне предлагают поиграть, голый мужик, поиграть в Evade. Это игра на Roblox, я понятия не имею, что это за игра. У меня наконец-то голос потихоньку стал восстанавливаться, так что я просто счастлив. Смотри, сразу определю тебе важные вещи. Я понятия не имею, что это за игра. Я понятия не имею, что это такое. Я понятия не имею, чего мне бояться, чего мне пугаться. Я знаю точно, что это хоррорец. Это все, что я знаю. Вот, бегай, прячься, что угодно делай, чтобы выживать. А от кого выживать? Что на меня нападает сейчас? Что на меня здесь будет нападать? У меня нету ни единой идеи в данный момент. У меня нету даже мысли о том, что будет происходить. Мне говорили, что это как-то вдохновлено гмодом. То есть, возможно, на меня сейчас будет нападать... Хрен, да ты какой модный. На меня... Сейчас, возможно... Кто-то умер. Что происходит? Люди умирают. Люди вокруг умирают с очень страшными звуками, что... Бля, меня трясет. В смысле? Это... Better Call Saul! Блядь! So good on! Вот что это за игра! Я понял. А, я живой! Спасите меня, парни! Ради Роблокса! Спасите! А мне кажется, все мертвы. Нет, я буду к ним ползти. Я буду ползти к вам, ребята! Кто-нибудь! Там, мне кажется, Dungeon Master какой-то бегает тоже. Там мне... О, о, парень! Парень, спаси! 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 Да, он взял меня! Бери меня полностью, тащи меня куда-нибудь, дружище, пожалуйста, спаси меня! Просто спаси, вырасти меня! Главное... Сука, он подбежит за нами. Спасибо тебе, родной. Спасибо тебе, родной. Спаси меня, пожалуйста. Он воскрешает меня. Да. Да. Спасибо тебе, дружище. Я не знаю, как я бы хотел ему сказать спасибо. Я бы хотел как-нибудь сказать ему голосом спасибо. Я буду спасать других. Нет, я не буду спасать других. Каждый сам за себя. Нет, дружище, если ты умрешь, я за тебя и в огонь, и в воду. Понял меня? Я за тебя готов. На все. Так, родной. Я хотел кого-то забрать, но не смог. Ладно, побежали. Там люди умирают, я... Подожди, там наш друг, нормально, все, наш друг хорош. Goodman Soul! Бежать, бежать, бежать. Он нормально, он меня не видит, он не знает, что я. Нам нужно найти, кстати, с тобой ключ, то есть у нас с тобой даже задача есть. То есть мы с тобой не просто бегаем, мы с тобой бегаем с задачей. Но где найти ключи? Как они выглядят? Он все время говорит, это называется Epic Fail, но у меня нет понятия, что такое Epic Fail. Так, ладно, возможно, ключи, кстати говоря, лежат в каких-то неожиданных местах. Тихо, тихо. Ух ты, блёха! Дружище! Взять! Не могу взять! Нет! Жить! Спаси! Yes! Он решил взять кого-то, кроме меня. Погреюсь. Ай! Я прошел сквозь огонь. Так, мне нужно спасти того, кто спас меня. Я должен. Моя задача здесь. Ты друг, нет? Я не знаю, кто ты. Меня слепил. Небесный свет. Я выжил! Ваш Роблокс! Херня, поняли, да? Легко прошел, легчайше. Проще игры я не видел. Какой же я мастер? Я тебе говорю, лучший Роблоксер 31. Блин, какой я крутой. Ой, господи, вообще. Я прожил 2 минуты. Ничего не сделал, но я выжил. Выжил до конца. Меня воскресили. Потому что самая лучшая победа — это победа с друзьями. Вот, твои друзья — это то, что у тебя есть. Твои друзья помогают тебе выжить. Эй, йоу, а как разговаривать? Они умерли. Ладно, я не буду на всякий случай слушать музыку, потому что тут как бы у нас может быть всякие демонетки, страйки и прочее. Так, я могу оборачиваться. Вот так вот. Так, люди уже начали кормить червей. Хорошо. Кто? Кто? О, нет, это Хэви! Причем Хэви, кстати, не за мной бежит, так что все хорошо. Они бегут как-то странно, причем. Я не знаю, как они выбирают цели. Они выбирают цели как-то прям вообще случайно. Так, ладно, пойдем обратно. Звуки не очень хорошие. Не впечатляют. Ничего хорошего не несут. Понял.
понял. Не, ну ты же здоровый, ты же сюда не зайдешь, правильно? Ой, я хочу спасти человека, я хочу спасти человека. Что важнее, чем спасти человека, может быть? Стой! А, не, он выжил, нормально все с ним. С ним все хорошо и так. Так, подожди, нам нужно с тобой понять, как вообще воскрешать людей. То есть я могу его... Самый ужасный звук, который вообще может быть, когда за тобой гонится какая-то монстря. Кто это такой? Кто ты? Кто это такой? Он агрессивно пищит на меня. О, фак! Бери их, не бери меня! Бери их, не бери меня! О нет, по-моему. Да, он гонится сзади меня. Давай, подруга, каждый сам за себя. А чё тебе я-то нужен, Хэви? Все нормально. Вон он, Хэви, пошел кого-то давить. Давить на людей пошел. Оп, минус один, минус второй. Нормально, сейчас Хэви уйдет, и я спасу вас. Отлично. Как вас воскресить? Я воскрешаю тебя. Давай, подруга. А теперь сама выживай! No! Забери меня! Забери меня, друг! Он воскрешает меня. Нет, тащи меня! Это было плохим решением. Так, он топчется по мне. Неуважительно. Так, ладно, я поползу в том направлении. Давайте, ребята. Я могу вас как-нибудь поднять, нет? Я могу вас воскресить сам? Нет, не могу. А почему от тебя арбузами пахнет? Оп. А я! А я! А я! Ну, почему он, а не я? Почему он, а не я? О, забери! Да почему? Так я не понимаю, они меня по скину, наверное, не уважают. Они просто меня не уважают. Они считают, что я бесполезный, что я useless. Здорово, ребят. Давайте обнимемся. Собрание неудачников. Ладно, я пополз. Так, стоп, он умер. Значит, можно умереть. То есть можно... Что это такое? Херабрин! Абунга! Это, бляха, Абунга! Абунга просто всех разнесла. Всем шанса даже не дала. Забери меня, забери меня. О, да, я люблю тебя, подруга. Я готов за тобой за хоть куда. Пожалуйста, не беги к Абунге. Просто убегай от Абунги. Не беги. Да не беги, ты не врезайся ни во что. В чем твоя проблема? Почему ты бежишь постоянно к Абунге? Зачем? Абунга — это реально проблема. Вот, воскрешай меня. О, да. О, да. О, да. Давай, лысый человек. Я супер. Я люблю тебя. Да иди-то нахер жить. Больше я хочу. Как взять-то человека? По-моему, сзади меня Абунга. У меня есть такое четкое ощущение. Взять тебя! Не могу взять! Абунга! Нет! Жить, жить, жить! Распрыжечка, распрыжечка, распрыжечка! Хорош! 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 Да ты идешь куда-нибудь нахуй, Абунга! Уйди, пожалуйста! Хватит! 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 Абунга, прошу тебя, умоляю! Не, он сзади меня все еще. Он ушел от меня, нормально. А как людей подбирать? Как подбирать людей? Я хочу взять кого-нибудь. Как взять? Хера! На! Я герой. Я герой-выживатель. Я бессмертен. Мне невозможно убить, потому что у меня есть друзья. Друг! Друг! Воскреси меня, пожалуйста, друг. Почему они просто смотрят на меня? Они даже не пытались меня спасти. Они просто смотрели на меня. Так, ладно. Что происходит? Нам кто-то идет, ребят. А вон он, Абунга. Это Абунга! Вперед. Так, я буду бежать за ними, они шарят. Главное, вы бегите там, не остерегайтесь этого. Ночи или кто он там? Стива. Потому что это тоже проблема. Оп, кто-то умер. Много людей умирают. Но меня это не беспокоит, потому что я не умираю. Ведь я жив, а это хорошо. Если я жив, значит, это прекрасно. Значит, все правильно в этом мире. А если я умираю, тогда что-то не так. Оп. Подожди. Привет, дружок. Дружок-пирожок, что такое? Слабак, скажи. Слабак. Пытается убегать. Я-то знаю, что нам убегать не придется. Мы с тобой крутые, друг. Мы с тобой крутые. Ты что там пьешь? Понял? А он прыгать умеет! Понял. Парни! Воскресите меня, пожалуйста. А, то есть у меня есть только три раза, и после этого я умираю и начинаю очень неловко двигать ногами. Окей. Блин, прикольная игра. Смотри, чем больше я распрыгиваюсь, тем дальше я летаю. То есть я могу как бы таким макаром от них убегать. Я могу, в принципе, пытаться от них убегать на скорости. Так, подожди, а как запрыгивать? А,
прыгать выше я не умею. Но зато, если я шифтом прыгаю, я могу перепрыгивать. Я, правда, не очень понимаю, а умеют ли прыгать те, кто за нами гоняются? Они умеют подпрыгивать? Портал? Тут можно как-то ставить еще дороги? Тут можно ставить пространство для того, чтобы... Да, смотри, ускорялого есть. Нет. Все хорошо. Все нормально. Так, подожди, то есть он нас теперь поймать не может. Мы можем там бесконечно убегать и прятаться. Это кто такой? Какой-то еще челик. Мне кажется, какой-то ютубер. А, подожди, они тоже ускоряются. Да, они тоже ускоряются, эти лица. Стой, а эти лица, они люди, они игроки или нет? Да, они умеют прыгать. Это то, что я знаю. Они умеют прыгать, они пытаются за нами догоняться. Но, по-моему, они безинтеллектуальные. То есть они как бы глупые. То есть у них нет мозга. То есть они неадекваты. То есть у них нет ни единого шанса против таких гениальных людей, как мы с тобой, правильно? Просто стоим здесь и не паримся. Смотрим на то, как все страдают. Эй, дружище, дружок! Как тебя взять? Как тебя взять? Все, погнали. Вперед! Просто вперед! Я тебя куда-нибудь унесу! А потом я тебя спасу. Нормально? Нормально. Так, все, я кидаю тебя. Стой, это ж тот дружище, который нас с тобой спас, да? В одной из предыдущих разов он нас с тобой спас. Я воскресил человека, мне дали за это деньги. Отлично, я будто бы работаю в больнице. Так, тихо. Будем стоять здесь, поодаль. Не переживать ни о чем. Мне кажется, он что-то знает. Шутка, он ничего не знает. Он ни о чем даже не подозревает. Так, подожди. Иди ко мне! Ко мне! Я тебя попробую спасти. Тихо. Взять его. Да нахуй! Фокран! Я здесь в безопасности, да? Ясно! Все, дружище, давай каждый сам за себя! Дайте мне руку помощи, дружище. Ты бежишь ко мне, я спас тебя. Спаси меня. Они пытаются просто вдвоем его поймать. А, они поймали причем? Давай. Слушай, я, кстати, не знаю, ты когда кого-то тащишь, наверное, ты медленнее, да? Мне кажется, что это люди. Мне кажется, это не игроки, это люди. Эй, спускайся. А, ты мертв. Возьми меня. Да пошел ты. Возьми. А я не могу как-нибудь забаррикадироваться, я не знаю, двери закрыть, построить какое-нибудь здание для того, чтобы они ко мне не прошли, нет? Нет, у меня для этого вариантов, видимо, нет. У нас с тобой нет возможности никуда прятаться. Откуда берутся они? Как они появляются? Вон наши ребята, они опять прыгают. Если что, мы побежим туда. Давай попробуем в этот раз обдумание. Мы с тобой уже профессионалы в эту игру. Лучший робоксер 31. Кто, во-первых, здесь будет гоняться? Раунд начался. Ага. Опять Абунга, причем опасный Абунга, это уже страшнее. Абунга и медик. Блин, какие звуки напряженные. А я не знаю, нужно ли нам... Да. А нам нужно рядом с ними? Бляха, Абунга просто страшно смотрит. Подожди, а я могу возле Абунги стоять, а Абунга мне ничего не сделает. Что такое? Это Абунга на меня посмотрел. Медик! Отлично, я в безопасности. Так, мне кажется, я уже не в безопасности. Так, окей. Давай проверим, насколько он интеллектуален. Он не особо интеллектуален, но он умеет телепортироваться, похоже. Так, а я могу что-нибудь здесь сделать? То есть я могу как-нибудь победить? Раньше времени найти ключ или что-нибудь такое? Так, мне кажется, за мной что-то гонится, да? Нет, ничего за мной не гонится. Обратно. Пойдем. Назад. Нам надо спасать людей тогда. Моя задача делать хорошие дела. Слушай, они причем пытаются... Они вдвоем на крыше стоят, прикинь. О, нет! Так, я не буду тебя пока брать. А вот теперь тебя возьму. Пойдем за мной. Вперед. Я тебя отнесу ко мне домой. А там я буду делать с тобой такое. Ладно, я тебя воскрешу. Давай, брат, без... Куда? Ты жить не хочешь? Готовый, побежали. Неси, пожалуйста, мою помощь другим людям. Хорошо. Все, давай сюда. Ребята, тут у вас защита есть, да? Тут у вас есть какие-то щиты. Здорово. Где он? Так, я вижу медика. А где Абунга? Вон он, Абунга. Абунга бегает за одним человеком. Давай! Парни, поддержим! Давай! Не, нормально, кстати, он убегает. Смотри. Мать моя женщина. О! Вот это страшно было. Так, Абунга умеет прыгать. Мы это с тобой узнали. Причем он мне факт показал только что.
Так этот парень умер. Нет, он просто упал. Я возьму тебя. Я возьму тебя. Да зачем ты? Зачем я фонарик постоянно достаю, чтобы посмотреть на человека, который умирает? Положили его. Поднимаем его. Это ты? Дружок-пирожок, это ты, которого я спас, нет? Так, ладно, побежали. Тихо, обунка, аккуратненько. Здорово, бам, петулю тебе. Хорошо, 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 я разогнался, вот это я скорость. Я скорость. Так, абунга пока людей убивает, я пока людей забираю. Да нафига ты постоянно фонарик-то достаешь? Отлично, здесь прям воскрешаем. Приехал, машина приехала. Это было что-то? Это что? Почему? Стой, абунга смотрит там на нас, смотри. Мать моя женщина! Ради меня обратно не хочу! А кто такой Абунга вообще? Президент? Америки бывший или что? Так, ладно, хорошо. Мы пока нормально здесь чувствуемся. Я к вам, ребят. Я к вам. Нет! Все хорошо. Все хорошо. Все в порядке. Прожил полностью до конца. Ты воскресил 4 людей. Ни разу не упал. 54 этих нам дали. Здесь должен остановиться автобус, так что должно быть все нормально. Сейчас ко мне кто-нибудь приедет. Может быть, мне скин какой-нибудь купить? Алло. Мать моя женщина. Возьми меня! Да почему? Алло, ребята, я к вам. Кто-нибудь, пожалуйста, дайте мне руку помощи. Возьмите меня и дайте мне руку помощи, ребята. Вот вы воскресли. Дружище, нет, почему? Они ненавидят меня, за что? Эй, возьми меня. Ну, все. Почему вы такие тупые? Кто-нибудь, пожалуйста, дайте мне шанс. Спасите меня, я умираю. У меня осталось мало крови. Я не успеваю ничего. Понял. Блин, ну ладно, такая вот игруля, да? Она больше хихишная, я не знаю. Я думаю, она тебе зайдет на один раз, но посмотрим. Ты скажи в комментах, как, что, куда и как. Пока что на этом все. Подписывайся на канал, оставляй свой комментарий. Увидимся в следующих сериях. Пока. До скорого. Удачи.